Анекдот, поехали. Все знаете. Давай, давай, рассказывай. Если они узнают, это не значит, что кто все знает. Пускай рассказывает. Да этот ржет ему все равно, что теперь. Не вопрос, не вопрос, не вопрос. Ну кто? Давай. Давай, рассказывай. Семейка приехала на рыбалку. Папа, мама, сына. То есть стандартная ситуация. Приехали, блин. Папаша, блин, как статуи рыбу ловит. Сыночек кузнечиков пиздюрит там и бегает. Маманя палатку поставила. Уху херачит. Все хорошо. Короче, стандартная ситуация. Семья на рыбалку. И тут, естественно, у отца семейства утопил он. Чпок, золотая рыбка. На швале был. Я думал, отвалился. Вытаскивает золотая рыбка. У меня такая ситуация. Отпусти, говорит, так и так. Ну, говорит, три желания. Говорит, ну, у вас, говорит, трое, поэтому каждому по одному. Малой сразу, хочу хомячка. Батя такой, пизду хомячка. Батя, спизды хомячка, блядь. Ha 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 ha!